Я в самом центре города, Смоленска, у фонтанов, на Облоне, где русский дворик, где филармония, памятник Глинки и олень. Вот олень. Боже ж ты мой, а я нашла грибы. У меня есть свободное время. Я вышла в центр. И вот что я вижу, боже ж ты мой. Вот какая красота. Вот какая красотища. Это что, опята, что ли, или какие-то ложные опята? Дерево это. Потом скажу, наверное, липы тут. Не. Да, здесь липы. Что это за грибы? Ничего не понимаю. Так, сейчас проверю. Вот этот вот. Непонятно. Ну, беленький. Ну, беленький, ну, красивенький. Вот, вот такой вот опенок. Что это за опята? Грибы пошли. Какие грибы? Боже ж ты мой. В центре города. Супер. Супер. Я даже не знаю такие. Наверное, опята уже. Как-то так. Ну, надо сегодня в лес. Мы и так собирались. Круто. Круто. Ой, покажу.